Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как на устройство Alcatel VP5 сделать перенос данных с любого другого устройства. Это может быть любое устройство Android, также это может быть iPhone. Все, что вам для этого понадобится, это скачать приложение Send Anywhere из Play Market или же из App Store. Открываем данное приложение на нашем телефоне, на котором мы хотим получить данные. Принимаем условия использования политик конфиденциальности. Затем даем доступ ко всем файлам и папкам, которые он там просит. Затем, когда хотим получить файл, переходим во вкладку «Получить». Затем выбираем файл, который мы хотим отправить с телефона, на котором у нас находится как раз наша... с которой мы хотим отправить файл. Затем нажимаем «Отправить». И затем, чтобы получить этот файл, либо вводим шестизначный код, либо делимся ссылкой, либо же просто открываем камеру, даем к ней доступ, наводимся на баркод и получаем файл таким образом. И как вы видите, картинка успешно отправлена, файл получен. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.